Добро пожаловать на канал HardRestInfo. Перед нами телефон Samsung Galaxy M13. Сейчас покажу, как на этом устройстве обойти защиту FRP. Итак, важный момент. Заходим на наш сайт HardRestInfo, вписываем Galaxy M13. И что мы здесь увидим? Мы здесь увидим, ну, понятное дело, наш Galaxy M13. А здесь внизу видим Bypass, Google Verification. И здесь будут все наши инструкции. То есть 4 месяца, 22-го, нет, нам не нужно 4-го, 22-го, это уже не работает, 6-го, 22-го, вот. Есть для патча безопасности 6-го, 22-го. И, собственно, вот инструкция по ней работает. У меня немного модифицированная инструкция, потому что у меня на компьютере не работает эта программа полноценно. Все программы скачиваются, то есть здесь Samsung драйвера и вот эта вот программа, их нужно скачать. Перед тем, как скачать эту программу, нужно будет, конечно же, на компьютере отключить антивирус. Отключайте антивирус, скачивайте программу, добавляете ее в антивирус в исключение. В зависимости от антивируса вы должны это сделать самостоятельно. Не покажу вам, как это делать, потому что не знаю, какой у вас антивирус. Вот, добавляем в исключение, а потом, когда добавили в исключение, тогда уже можно действовать. Открываем эту программу один раз. Он у вас попросит установить. Сейчас покажу. Все вам покажу. Не все покажу. Вот эта программа, собственно. Мы ее один раз открываем. Оно просит. Что-то просит, ничего не просит. Нажимаем на кнопочку Disable Driver Signature и перезагружаем компьютер. Перезагружаем компьютер, и в правом углу нашего экрана у нас будет надпись о том, мол... Так, запись идет. В правом нижнем углу у нас будет, будет написано, что мы в тестовом режиме. В тестовом режиме, и хорошо. Все, теперь что нам нужно будет сделать после того, как мы войдем в тестовый режим? Нам нужно вот так вот ставить телефон и компьютер подготовить ко всему. То есть программка на компьютере должна быть подготовлена. Ну и кабель нам нужен. Ну, не прямо сейчас. Можете идти строго по инструкции, которая на сайте показана. Она хорошая, она классная, она прекрасная. Но, к сожалению, у меня эта программа не работает полноценно из-за компьютера. Не из-за того, что слот не так с программой. У меня на компьютере постоянно отваливаются драйверы. То есть, как-то так. Итак, что мы делаем? Сначала мы обязательно должны подключиться к интернету. Поэтому мы выбираем... Можно русский выбрать, там не принципиально. Нет, кстати, это важно, принципиально. Не выбираем русский, а выбираем английский. Для немного модифицированного метода. Нажмем «Далее». «Далее». Нажмем «Ок». Мы видим, что мы не можем без интернета пройти, потому что говорит, что был неавторизованный сброс сделан. Но мы должны подключиться к интернету. Так, все правильно вписал. «Далее». Без подключения к интернету даже не идите дальше. Ну, в чем дело? Ладно, давайте к другой попробуем подключиться. Ура! Все, возвращаемся назад на главный экран. Нажимаем и удерживаем кнопку увеличения и уменьшения громкости. Нажимаем Use. Теперь рисуем букву L на экране. Еще буква не получилось. Ладно, пофиг. Нажимаем и удерживаем увеличение и уменьшение громкости еще раз. Talkback on. Все, вот. Это экран должен был появиться. Теперь рисуем вот такую букву L. То есть, вот так вот. Поняли? Ждем, пока он там договорит. Да, договаривай скорее. Все, теперь смотрите. Букву L вот такую рисуем. С левого нижнего угла, верхний, правый. То есть вот так. Рисуем ее. Нажимаем while using app.
После того, как нажмем Use Voice Commands, говорим Open Google Assistant. После того, как он его откроет, говорим Open Galaxy Store. Окей? Давай. Open Google Assistant. Open Google Assistant. Google Play Protect is turned on. This feature protects your device. Open Galaxy Store. Space. Samsung Brand Store, Voice Galleria Krakowska. Tap to speak. Here you go. Loading. Okay. Nav. Back. Open Play Store. Space. Opening. Google Play Store. Google Play Store. Понял, не прошло, не получилось, не фартануло. Google Assistant. Open Galaxy Store. Samsung Brand Store, Galleria Krakowska. Loading. Here you go. Okay. Да нет, мне не это нужно. Okay. Чего он не открывает его? Ладно, тогда давайте попробуем сделать. Пойдем по другому немного пути. Говорим Open YouTube. Open YouTube. Opening. YouTube. Все. YouTube. Так, значит Home. Так. Теперь нажимаем и удерживаем кнопку увеличения и уменьшения громкости. Отключаем этот токбэк дурацкий. Все, нажимаем в правом верхнем углу на значок аккаунта. Нажимаем Help and Feedback. Тупанул. Да, тупанул. Возвращаемся назад. Выбираем Settings. Выбираем About. Выбираем Google Privacy Policy. Accept, no thanks. Готово. Теперь заходим на наш сайт. hardreset.info, но тут ставим слэш, он сразу предлагает слэш bypass. То есть вписываем слэш bypass, и он предложит нам войти в Galaxy Store. Выбираем Galaxy Store. В Galaxy Store должна быть кнопочка входа в Galaxy Store. Вот, открыть Galaxy Store, нажимаем на эту кнопку. И у нас все открылось. А то я думал, Galaxy Store не работает. Думаю, а что же делать в таком случае? Но, как видите, все заработало. Так, Galaxy Store открыт. В Galaxy Store мы... Что произошло? Я люблю уже этот телефон. В Galaxy Store вписываем. Что мы вписываем? А, нам нужно приложение, которое называется Alliance Shield. Вписываем Alliance Shield. Оно есть в Galaxy Store, то есть оно никакое, не вирусное, ничего. Смотрите, очень важно. Перед тем, как скачать Alliance Shield X на ваш телефон, вы на компьютере изначально должны обязательно что сделать? Правильно. Совершенно верно. Зарегистрироваться. То есть на компьютере регистрируемся. Так. Тебе нужно войти в Samsung аккаунт на этом телефоне. hardresetinfo1@gmail.com у меня было. А пароль я не помню, но я подберу. О, получилось. В Samsung аккаунт я вхожу, не в Google аккаунт. В Google аккаунт мы войти не можем, не забываем об этом. Так, а я не знаю, почему я вам сделаю все это время маленький экран, если можно было сделать больше. Ладно, пофиг. Идем далее. Я думаю, все и так понятно. Все, приложение устанавливается. Нажмем Open. Next, next, next. Go it. Вписываем логин. Вписываем пароль. Нажимаем Sign in.
А, у меня слишком много аккаунтов. Ну, ничего страшного. Нужно открыть вот этот вот сайт alienshieldx.org accounts. Вот сейчас как раз. Там вы на этом же, в этом же месте вы можете и зарегистрироваться. Alienshieldx просто .org. Alienshieldx. Правильно вписываю? Ну, почти. Почти правильно. Alieli. А, shieldx.alliance.org. x.alliance.org аккаунт. Вот. Ну, почти. Вот, и тут он просит username, пароль. И тут можно будет удалить несколько устройств, которые уже подключены к аккаунту. Если вдруг вы подключались несколько раз и у вас несколько раз не получалось, то это тут делается. Нажимаем delete, 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 delete и delete. Все. Так. На компьютере больше ничего не нужно. А, я показывал это на компьютере ничего не видно. Ладно, слушайте, это видео я записываю уже с 15 раза из-за того, что с телефоном. Этим просто беда, он так лагает дико, что это просто до дичи, до дикости. Я просто не могу его уже терпеть. Фух, Samsung, простите, что так все непонятно как, просто телефон уезжает через 15 минут. Должен был уехать еще на самом деле гораздо раньше, просто он из-за меня не уезжает. Ладно, нажимаем Device Admin, разрешаем, активируем админку, нажимаем Next, Nox включаем обязательно. Обязательно должны его включить. Нажмем Continue. Нажмем Next. Finish. И теперь смотрите, важнейший момент. Важнейший момент. Заходим в App Manager. Здесь вписываем сервис мод, выбираем вот этот вот, затем выбираем activities, спускаемся в самый низ и выбираем третий снизу, нажимаем open и тут выбираем MTP плюс ADP. Он вылетел, проверяем, включился или нет. Да, MTP плюс ADP включился. А теперь что мы делаем с вами? Теперь молимся на то, чтобы мой компьютер сработал. Если не сработает, то сработает у вас. Я просто вам покажу, как это делается. Да и все, и не парьтесь. Я вам по-любому покажу. Так, только вид вам включу. На это все дело. Вот так вот. Вот. И теперь главное, гляньте. Это приложение, собственно, это вот мы открываем. Вам видно его всего? Всего видно. Отлично. Приложение это открываем. И подключаем телефон к компьютеру. У нас на компьютере должно выскочить, если у нас драйвера правильно установлены, на компьютере должно выскочить сообщение, мол, Samsung подключен к компьютеру. А у меня такое сообщение выскакивает ли? У меня это сообщение не выскакивает. Это значит, что сейчас буду долбиться с драйверами. Правильно? Я попробую Reset FRP ATP нажать. Но мне кажется, что мне придется долбиться с драйверами. А, нет. Все, нажимаем Hello. Ждем. Я не знаю, у меня планшечка не выскочила, но он, походу, разблокируется и без нее. Написано, что финишит. Ждем перезагрузки телефона. Не буду ничего наперед говорить. Пока что отключаем от компьютера его.
И нажимаем вот так вот, как он говорит. Вверх чуть-чуть, и все, и телефон разблокирован. Оля, только чуть надо подождать, буквально чуть-чуть, дайте ему раздуплиться. Он сейчас очень непростые вещи для себя делает, для этого, для мощности этого телефона, это вообще. Так, здесь выбираем Samsung App Cloud. Короче, пофиг, что он хочет, не знаю, что он хочет. Но... Теперь что мы делаем? Теперь тут просто заходим в настройки. Так, а что ты хочешь? А, все, разблокировался. Разблокировался же ты. Короче. Я не знаю, что ты от меня хочешь, друг? А, да, все, доходим в эту вот мини-настройку, которую нужно пройти, потому что это рекламная настройка, типа, Samsung не позволяет ее не пройти, он позволяет пароль сбросить, а мини-настройку пройти не позволяет. Все, нажимаем finish, он говорит to unlock, sign in, но это вообще пофиг на это. Ждем. Все. И все, и телефон полностью разблокирован. Ждем, пока это сообщение перестанет выходить. Это буквально минутка. И все, и теперь можем входить в Google аккаунт, в какой хотим. На телефоне никакой блокировки нет. Вся блокировка ушла, собственно. Теперь можете просто, если вам не верится, что это сработало, можете зайти в настройки и в настройки сделать сброс через настройки, то есть к фабричным установкам. Тогда никакого пароля уже и сомнения быть не может, что его не может быть. Ну и, собственно, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.